Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 175. Задание АМ. Представьте себе, что вы находитесь в магазине электротоваров, хотите быстро прикинуть, в какую сумму обойдется покупка плеера за 1490 рублей и музыкального диска за 199 рублей. Замените данные числами близкими круглыми числами и определите, сколько примерно денег потребуется на эту покупку. Итак, плеер стоит 1490 рублей. Это приблизительно, если заменить близким круглым числом, 1500 рублей. Музыкальный диск 199 рублей. Если заменить его круглым близким числом, это приблизительно 200 рублей. А теперь быстро прикинем, какую сумму надо будет отдать. 1500 рублей плюс 200 рублей. Это 1700 рублей. То есть приблизительно надо будет отдать 1700 рублей. Задание Б. Теперь вы в продуктовом магазине покупаете овощи и фрукты. Пакет выдерживает груз до 5 килограммов. Можете ли вы положить в него 950 грамм помидор, 1 килограмм 30 грамм огурцов и 1 килограмм 700 грамм яблок? Или для этого потребуется еще один пакет? Тоже ответить на вопрос, выполнив прикидку. Давайте найдем общую массу покупки. Итак, 950 грамм помидоров, 1 килограмм 30 грамм огурцов и 1 килограмм 700 грамм яблок. Давайте округлим данные числа близкими круглыми числами. Итак, 950 грамм. Это приблизительно 1 килограмм. 1 килограмм 30 грамм. Это приблизительно 1 килограмм. И 1 килограмм 700 грамм. Это приблизительно 2 килограмма. А это равно 4 килограммам. А так как 4 килограмма меньше, чем 5 килограммов, то есть тот вес, который выдерживает пакет, то, соответственно, всю покупку можно положить в один пакет. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.